Что такое? Кажется, я потерял кошелечек с деньгами, которые мне доверили. Уверен? Да. Его нигде нет. А ведь денег было так много. И что делать? Вот, возьми. Я заплачу за тебя. Да не волнуйся. И пойдем скорее искать твой кошелек. Братишка, спасибо! Ты тоже потерял денежку, да? Нет. Похоже, там всегда пусто. Что поделать?